А вы знали, что Динмухаммед Кунаев однажды вживую увидел великого борца Кажимукана? Вот сам Кунаев молодости, а вот на этой фотографии Кажимукан, известный борец. Из воспоминаний Кунаева это произошло в Алма-Ате. Тогда Кунаев был еще совсем маленьким ребенком. Кунаев пошел с родными в парк культуры и отдыха, где увидел турнир, на котором выступал Кажимукан.